В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов. Но я думаю, что это еще не окончилось. Я думаю, что в Белоруссии тоже все будет продолжаться. И вот ЦИК Беларуси обвинил Бабарика и Цыпкала в организации массовых акций. То есть они там откуда из тюрьмы, да, организовали, один из тюрьмы, по крайней мере, массовые акции. Я так понял, что зарегистрировали только Лукашенко и каких-то технических кандидатов. Песков назвал ситуацию в Беларуси внутренним делом этой страны и так далее. То есть, вероятно, договорились. Ну, невероятно, а 100% договорились. Другое дело, станет ли кто-то держать слово. Я имею в виду Лукашенко. Я думаю, что он не будет держать слово. Потому что если он сдержит это слово, тогда Белоруссия станет субъектом Российской Федерации. Вы же должны это понимать. Поэтому белорусы стойте насмерть. Неважно, там кто из «Газпрома», из знает откуда. Бейтесь насмерть. Вы сейчас бьетесь за свою свободу. Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования. То есть вот проголосовали про за то, чтобы были многодневные выборы, но не более 3 дней. Вот такие вот, как я помню, начальник учебной заставы, который посылку делил, и говорит: товарищ капитан, угощайтесь. Да, но не более половины, да, вот так и здесь, не более половины, так, но не более 3 дней. Представляешь, что можно за 3 дня сделать? Поэтому избирательная система прогнила, а они ее хотят еще вот таким образом подчинить себе, то есть вообще окончательно, что вообще ничего сделать нельзя было даже на сантиметр, что называть, чтобы протестного голосования вообще не было. Можно любую цифру рисовать было.